Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерно рассветный заряд вашего экрана, это значит, что сегодня у нас поход за запчастями. Но поскольку это поход за запчастями, это Маркус, это Детройт Бекам Хьюман, поэтому сажайте жопы поудобнее, мы начинаем. И ништячки не забудьте взять. Что самое главное. И что теперь? Теперь ищем склад Киберлайф. Там будут запчасти, голубая кровь. За мной. Нельзя им показываться. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Осторожно. Теперь что делать? Найду другой путь. Так, доехали. Склад впереди. Почти пришли. Это склады Киберлайф. Там все, что нам нужно. Сперва надо убрать дрон. Давайте я. Так, значит, только левый вариант канает. Опа. Ты цел? Да, да, порядок. Неплохо, Маркус. Быстро открываем остальные ящики. Набивайте рюкзаки.
Опа. Незаконное проникновение на частную территорию. Вы совершаете правонарушение второго класса. Я оповещу охрану. Джон! Вот чертов робот! Куда теперь делся? Так. Джон! Мне нужна помощь. Джон! Отпускаем. Вот ты где! Ты чем занимаешься? Я инспектировал платформу. Все в порядке. Хорошо. Я возвращаюсь в диспетчерскую. Промок. Дрон в ремонт и отчет отправь. Хорошо. Угу. Надо заканчивать и уходить. Ищите голубую кровь, пока ее слишком мало. Так. Почему же вы не как мы? Не хотите свободы? Могли бы с нами. Девианты из коробки. Это чит новенько. Больше не унести. Идем. Так, спрыгиваем. И меня возьмите. Он на их стороне. Нельзя доверять ему. Он рисковал ради нас. Нельзя его бросать. Мы не можем забрать их с собой. Это опасно. Берем с собой. Угу. Я знаю, где можно найти еще запчасти. Вот именно ради этого его и нужно брать. Грузовики. В них биокомпоненты. Они на автопилоте, но если есть ключ, можно вести вручную. Где этот ключ? Вон там, в диспетчерской. Охрана 2 человека. Ключ нужно взять как-то незаметно. Это самоубийство. Мы набрали того, зачем сюда пришли. Надо убегать, пока не поймали. Это же полный грузовик деталей. На всех хватит. Нельзя упускать шанс. Если погибнем, не принесем ничего. Нельзя рисковать. Мы не можем. Ждите тут. Через 10 минут уходите без меня. Маркус. Я пойду с тобой. Нет, я пойду один. Нет никакого смысла рисковать обоим. Так, а теперь надо подумать, как же пролезть в диспетчерскую? Mm-hmm.
Задолбали уже эти собаки. Из-за погоды? Вась, опять фронты? Нет. Да. Я-то обещал детям с палатками выйти. Ага, размечтался. Майк, все. В четвертой зоне? Так, вырубить электричество, ну как? Похоже на... Так. А что если всадить отвертку в сервак? Да. Чит сработано. А ну выходи! Мы знаем, ты здесь. Уже не здесь. Ключ у меня. Вообще чисто, без единой жертвы. Грузовик! Мы добыли целый грузовик! Бил компонентов, хватит на всех! Без Маркуса бы не вышло. Я шел сюда, потому что... Тут андроиды свободны. Свободно жить во тьме, надеясь, что никто не найдет. Свободно тихо умирать в ожидании чуда, которое не наступит. Не надо такой свободы. Я не стану просить дозволения жить, любить, поднять голову. Не знаю, как у вас, но у меня внутри есть уверенность, что я больше, чем просто машина. Я живой, и этого у меня не отнимут. Дни нашего рабства окончены. Люди не хотят слушать, а мы им скажем. А чего не дают, возьмем. Мы чувствуем, мы живые.
И мы свободны. Хуяся. Вот это он толкает речи. Как говорится, вот только не надо слов, что у нас новый лидер. Все так переглянулись, даже мне стрёмно стало. Самый простой вариант, по-моему, был. Ну, наверное, на этом мы все-таки закончим. Увидимся в следующей серии. С вас, как обычно, Луис, Пиписька. И до скорого.